Сижу я однажды, смотрю проверку лайфхаков. Один из лайфхаков был лайфхак о попкорне. И тут я задумался. Попкорн. Это слово я знал раньше, но не задумывался о его смысле. По сути, попкорн – это два слова. Поп – хлопок, и корн – кукуруза. То есть хлопок – кукуруза. Хлопающая кукуруза. Не знаю почему, но после осознания этого ко мне сразу же пришла идея написать свою собственную имитацию кукурузы. Об этом и пойдет речь далее в видеоролике. Сначала создаем пустой проект. Имитацию сковородки для попкорна будет выполнять Simple OpenGL Control. Далее устанавливаем все нужные характеристики для нашей сцены. Кукурузу будем рисовать с помощью примитива сфера из библиотеки Glut. В нераскрывшемся виде это будет просто желтоватая сфера, а когда раскроется, станет попкорном, то вокруг нее появятся 4 дополнительные белые сферы и будет выглядеть как будто попкорн. Для отрисовки раскрывшегося зерна напишем отдельный метод и туда вынесем отрисовку 4 сфер вокруг желтого зерна. Также добавляем таймеры. Один таймер для того, чтобы насыпать зерна на сковородку, а другой, чтобы их пожарить. Координаты зерен будем хранить в массиве, где количество строк – это количество зерен. Что-то не работает. Задаем задержку, с которой будут лопаться зерна. И с каждым лопающимся зерном делаем ее короче. Также добавим источник света, чтобы был виден объем наших зерен. Задаем цвет освещению. Выбираем более подходящий цвет. Также добавим звуки насыпания попкорна и раскрытия. И вот все написано и готово. Давайте посмотрим, что получилось.
Сейчас вы видели работу программы для 100 зерен. Давайте сделаем количество зерен поменьше, 10, например. Рассмотрим работу более детально. При нажатии на клавишу S происходит насыпание зерен на сковороду. Сопровождается все соответствующими звуками. При нажатии на клавишу A происходит лопание зерен, как будто бы нагревается сковородка и лопается попкорн. Также сопровождается все звуками. В данном случае слишком мало зерен, они слишком быстро лопнули, звуки не успели даже воспроизвестись. Также можно поповорачивать сцену и насыпать еще зерен. Так как мы вращаем, какие-то зерна будут к нам ближе, какие-то дальше становиться. Так можно делать хоть до бесконечности. Совсем близко к нам располагается уже. Еще давайте, чуть-чуть. Еще. Вот, очень близко. Вот такая вот получилась простенькая имитация кукурузы. В комментариях напишите, понравилось ли вам данное видео, было ли интересно его смотреть. Также можете ознакомиться с другими видеороликами на моем канале. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Скоро увидимся.